Меня зовут Геннадий Дербин, я инженер-технолог на дрожжевом комбинате. Я просыпаюсь в 7 утра, готовлю себе горячий кофе, настраиваюсь на работу и, как и большинство жителей города Минска, направляюсь на метро на работу. К 8:30 я прибываю на работу, и первым делом, чем я занимаюсь, это иду контролировать технические паспорта. Все ли за ночь было или за день выполнено верно. На данном этапе мы производим мониторинг показателей для корректировки их и дальнейшего внесения различных элементов для питания дрожжей и для их культивирования. Какую биомассу нарастили наши дрожжи и готовы ли они к реализации? Все началось с университета при выборе профессии. Меня заинтересовало самообразное производство виноделия. Я отучился 4 года и по распределению попал на дрожжевой комбинат. И тут меня эта профессия уже начала интересовать. Сейчас мы будем снимать показатели культуральной среды, pH в данном случае. pH по норме 4,3 является нормой при температуре 25-27 градусов. Свою профессию я люблю за то, что она сложная, интересная и постоянно требует творческого подхода, так как дрожжи населяются живыми микроорганизмами, такими же, как и мы, и требуют постоянного контроля и ухода за ними. По результатам микробиологического контроля дрожжи у нас имеют овальную форму, что соответствует норме, и микробиологического заражения не выявлено. Особенность нашей профессии заключается в ее непредсказуемости, а в частности в поведении самих дрожжей. Так они являются живыми организмами, они требуют постоянного контроля и учета и подхода к ним. Они развиваются так же, как и мы, и постоянно требуют определенных видов питания, например, и растительных сред, в которых они будут у нас выращиваться. Коллектив у нас дружный, сплоченный, и всегда мы готовы постоять друг за друга горой. Главное качество инженера-технолога заключается, я думаю, в том, что нужно иметь творческий подход и небольшой авантюризм, так как профессия все-таки многогранная, и в ней нужно творчески мыслить. Каждое производство, например, хлебопекарное и бродильное, начинается с дрожжей, так как без дрожжей у нас не будет наших замечательных напитков и горячего вкусного хлеба. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.